течение нескольких недель льдины около нашего берега превращаются в лежбище для огромного количества тюленей. Тюлени-хохлачи питаются рыбой, но сюда они приплывают не ради пропитания, а размножаться. Молоко этих тюленей настолько питательно, что детеныша достаточно выкармливать всего 4 дня. Рекорд среди всех млекопитающих планеты. Скоро самка будет опять готова к размножению, но не сейчас. Удивительно то, как самцы привлекают внимание самок. Они надувают огромный пузырь красного цвета из носовой полости. Но поскольку у этого самца появился конкурент, соперничество неизбежно. Mm-hmm.